Так, всем намасте, ребят. Дим, давай. Мы ждем тебя. Я подойду. А, нет, ну я буду за кадром. Ты будешь за кадром. Ты, никто не будет тебя видеть, ну. Так, ребят, всем привет. Подключаемся. Как я и обещала, у нас сейчас будет маленький прямой эфир. 20 минут мы с вами будем качать пресс по-йоговски. Качать пресс по-йоговски. У нас сегодня есть special guest. Это Димитрополус, но только он хочет остаться за кадром, поэтому мы не будем его видеть, потому что, ну, вы знаете, да, он не любит, короче, привет, он не любит быть в кадре, поэтому он будет за кадром. Вот, поэтому, ребятки, ну, конечно, эфир, вы знаете, что теперь все эфиры сохраняются в IGTV, поэтому, вуаля, вот смотри, как раз ты сидишь в подъезде, ты можешь покачать пресс в подъезде, Марина, это супер возможность, доброе утро. Вот, ну что, всем доброе утро. Все, кто готов качать пресс по-йоговски, 20 минут маленькая прокачка нашего прессика. Готовы, ребят? Готовы? Напишите, поставьте смайлик, если вы готовы. Вы готовы? Нет. Окей. Напишите хоть какой-то ответ, если вы готовы, что, может, просто здесь все пришли просто так посмотреть, тогда мы не будем качать пресс. Давайте. Во, отлично, пошли смайлы. Ну, отлично. Так, окей, отлично. Значит, ребят, смотрите, мы сейчас с вами начинаем для того, чтобы вообще пресс, да, пресс, кор, мышцы кора, это не просто вот эти вот мышцы пресса, это вообще все, это все внутренние органы, что они тоже у нас участвуют в процессе, когда мы работаем в асанах, где нужна сила кора, да, сила мышц пресс, косые, прямые, боковые, центральные, в общем, все. Вот мы сейчас будем убирать живот. Сейчас у нас вопрос, как убрать живот. Ребят, на самом деле, как убрать живот, это касается вообще, ну, потери жировой массы в целом. То есть, когда вы теряете всю жировую массу, она у вас уходит, и, естественно, она уходит отовсюду, в том числе от живота, из живота тоже. То есть, невозможно похудеть только в животе, но это известный факт, или там только в руках, или только в попе, да, или в ляжках. Можно похудеть, в общем, полностью в целом. И когда вы похудеете, вам нужно накачать мышцы, иначе это будет некрасиво, потому что вы можете супер быть худым, но у вас будет все висеть, и это будет просто все вообще не круто. Но в то же время, если у вас есть определенная жировая прослойка, да, но под ней есть классный мышечный корсет, то есть мышечный каркас, то это выглядит гораздо более секси и привлекательно. Вы согласны со мной, да? Потому что, как бы, когда у нас там, не знаю, процент жира, он равномерно распределен по телу, и он под ним классные мышцы и хорошее в тонусе тела, то это даже визуально выглядит гораздо красивее и привлекательнее, чем skinny fat. Это когда ты мега худой, ты просто весь вот такой мега худой, но при этом ты абсолютно не прокачан, у тебя нет мышц, но ты просто очень худой. И это вообще не секси, как бы это уже не в тренде. Сейчас в тренде как бы быть фит. Окей, пускай у тебя здесь есть небольшой жирок, но при этом под ним у тебя постоянно тренирующее тело, и вообще ты себя хорошо чувствуешь, ты здоров прежде всего. Вот. Итак, друзья, значит, смотрите, сейчас, спасибо всем за комменты, значит, сейчас все будет очень просто, мы просто сделаем с вами у Дианы банку, потому что это тоже часть. Дим, ты будешь делать у Дианы банку? Может. А? Может быть. Ну так мы уже начали. Хорошо. Окей, давайте просто, чтобы почувствовать свои мышцы пресса, сделаем Диану банку. Итак, мы становимся 50 капалабхати, дыхание капалабхати, и потом Диану банку. Так что такое дыхание капалабхати? Мы сейчас будем силой выталкивать воздух через нос, как будто бы мы хотим высморкаться, да? Представьте, что вы очень хотите высморкаться, но при этом старайтесь не напрягать вот здесь все, да? Мы делаем 50 раз. Концентрируемся только на выдохе, а вдохе не думаем. Так, расправляем плечи. Расправляем грудную клетку, встаем, вытягиваемся вверх. Это очень полезное утреннее дыхание, которое заряжает нас энергией, прочищает носовые пазухи и просветляет все в уме. Угу. И когда вы будете выдыхать, вы почувствуете, что с выдохом у вас мышцы пресса тоже работают, и они как бы движутся. То есть вы как будто помогаете себе животом сильнее выдохнуть, понимаете, через нос. То есть... Окей, погнали. Делаем глубокий вдох. Да, кстати, если вы беременны, то это лучше не делать, в остальных случаях можно. Выдох. Половинка вдоха. Погнали. Продолжаем. Силой выталкиваем воздух через нос. А вдохи не думаем, он происходит автоматически. Да, лучше натощать.
Но если нет, то ничего страшного. Но лучше натощак. Выдыхаем. Полный вдох, ребят. И руки ставим на бедра, приседаем, наклон вниз, сдуваем воздух из легких, грудной клетки, живота. Задержка дыхания в конце, выдох. Задержка. Выпрямляем руки, корпус, втягиваем живот, расширяем ребра. Отпускаем живот, затем вдох. И выдох. Димитропуз. Итак, с нами... Через нос и при этом двигаем мышцы пресса, а выдохи думаем, а вдохе не думаем. Понятно? А вдохе не думаем. Итак, погнали. Вдох, поднимаем руки, вдыхаем. Димитрополис, я смотрю на тебя. Выдох, сдуваем воздух, расслабь лицо, расслабь губы. Половинка вдоха. И поехали. Выдыхаем. Полный вдох. И приседаем в позу баскетболиста. Сдуваем полностью весь воздух. И задержка дыхания в конце. Еще сдуваем. Выпрямляйтесь и втягивайте живот. Задержка. Отпускаем живот, вдох. Плавный. Окей. Ребят, если на вдохе, когда вы хотите выйти из задержки, да, у вас получается такое. Для этого, ребят, я и говорю, сначала отпускаем живот. То есть, когда он у вас тянет, вы представьте, что вы его расслабляете, вы выкидываете его вперед. И потом уже вдыхаете. Тогда будет гораздо более плавный переход. Итак, если у вас голодный желудок, это очень хорошо. Если нет никаких проблем, немножко... повтягиваем наш завтрак. То есть, ну, это ничего страшного. Окей, ребят, давайте третий подход. Не пишем комменты, реально делаем. Это эфир для тех, кто делает. Окей? Для тех реально, кто готов встать на новый путь, заняться собой, прокачать свой пресс, начать просто с пресса. Ну, это просто, да, классная утренняя маленькая тренировка. Поэтому, ребят, харе, тут всячески увиливать и прокрастинировать, давайте делать. Это очень простые упражнения, они полезны для всех. Это супер массаж для внутренних органов. Окей, третий, последний, завершающий, финальный подход. У вас есть последний шанс, чтобы слезть с кровати прямо сейчас и сделать это. Димитрополис, ты готов? По вашим нашим подписчикам. Вот видите, даже Димитрополис делает. Кстати, он все время делает... Копал в хате, пошел ведет пранаяму, поэтому... Итак, даже на работе это можно сделать. Прямо сейчас вставай перед компьютером. Последний подход. Вдох. Выдох. Заканчиваем, выдыхаем. Полный вдох. Максимально сдуваем весь воздух на максимуме. Наклон вперед и в конце задержка. Еще сдуваем, сдуваем, сдуваем. Выпрямляем корпус, задержка, втягиваем живот.
Плавный вдох и выдох. Молодцы, ребят. Ну что, вы чуть-чуть почувствовали, да, свои мышцы пресса? Молодцы, теперь садимся на наши коврики. Окей? И, ребят, нет, это будет не флоу, это будет 15 минут просто йога упражнений, йога асан. Не флоу, не поток, просто на то, чтобы сегодня немножко разогреть мышцы пресса. Давайте, это очень просто для всех. Итак, садимся на свои коврики. И ложимся на наши коврики. Сейчас будет мое самое любимое упражнение. Вчера его делали, Димитрополос был недоволен. Ощущение, что было, хватит уже, все. Так, значит, смотрите, ложимся на наши ковры. Это мое самое любимое упражнение. И нам нужно выйти ноги вверх, голову положить на пол. И когда... Блин, я же микрофон выключил. Сейчас, ребята, один момент. Я просто отошла от телефона, и будет хуже слышно, я не хочу кричать, поэтому сейчас микрофон включу. Какой в красный проводок, Дим, все верно? Все, микрофон у нас врубился. В красный, да? Точно? Окей. Итак, ребят, ложимся на пол. Мое любимое упражнение для пресса. Выпрямляем ноги и вытягиваем ноги вверх. Растопырьте все пальчики, стоп. Угу. Положите руки под голову, сделайте замок. И сделайте сейчас вдох. С выдохом тянемся с пальчиками стоп вверх и отрываем от пола хвост. То есть у вас центр спины остается на полу, а хвост, то есть крестец, копчик оторвались. И вы стараетесь тянуться максимально вверх своими пальчиками стоп. Активные колени держим. И наблюдаем за низом живота, за мышцами пресса. Угу. И дышим 5. Выше, выше, выше хвост. Еще хвост реально оторван. 4. Стремитесь вверх стопами. 3. Дышите. 2. И 1. Аккуратно опускаем хвост на пол. Окей. Еще раз вдох. Вытягиваемся, отрываем хвост. Дышим. 5. Выше, выше. Нам нужно оставить центр спины на полу. Да? Может быть, вы немножко будете на позвоночнике переваливаться туда-назад. Это нормально. Сократите низ живота. Втяните пупок. Втяните. Димон, давай. Я не вижу твоих ног. 4. Дышим. 3. Лопатки пока что на полу. 2. 1, аккуратно опускаем. Ну что, вы начинаете что-то здесь чувствовать, а? Окей, третий, последний подход. Делаем вдох. Выдох, отрываем хвост и тянемся максимально тазом, кончиками пальцев вверх. Старайтесь ноги слишком сильно не заносить за голову. Дышим 5, 4, чувствуем все, 3, чувствуем все, ребят. 2, и опускаем. Вау! О, это классно, да? Дим, ну как? Ты почувствовал? Окей, усложняем. Опять три подходика. Выпрямляем ноги вверх, тянемся стопами вверх. И руки делаем за голову точно так же. Со вдохом поднимаем таз, крестец, копчик. То есть в смысле с выдохом. И еще отрываем лопатки, локти и макушкой. Локтями, лбом тянемся вверх. Итак, мы сейчас тянемся пальчиками стоп, хвостом, лопатками и локтями. Дышим. 3. Лопатки оторваны. 2. И 1. Аккуратно опускаем. Вдох, отрываем хвост. Выдох, отрываем лопатки. Дышим. 5. 4. Выше, выше тянемся, ребят. Хвост оторван, лопатки оторваны. 3. Внимание на низ живота и на все внутренние органы. 2. 1. О, вау, вау, как хорошо. И последний разик. Вдох, отрываем хвост, тянемся пальчиками вверх. Выдох, отрываем лопатки. И тянемся локтями, лбом, дышим. 5, 4, 3, 2, 1. Вау, это кайф, а? Сашов! Сашов, значит, это горит. Итак, друзья, продолжаем. Продолжаем. Значит, поднимаем правую ногу. Обкручиваем правую ногой левую ногу. Окей, у всех получилось? Берем наши руки, вытягиваем их вверх, делаем гарудасану. Правый локоть внутри левого. Так. И получается у нас намасте. Вы видите, у нас намасте руками. Сейчас я камеру чуть-чуть пониже сделаю. Дима, обкрути еще побольше ногой, ногой руки. Так. Ну что, ребят, у вас что-то горит уже или еще ничего не горит? Камон. Мы обкрутили все. Обкрутили правой ногой левую.
сделали правый локоть внутри левого и завели руки за голову. Дим, заведи руки за голову. Вверх, подними локти. Дотронься руками сзади до головы. Окей, отлично. Делаем вдох, ребят. С выдохом подтягиваем колени к локтям и локти к коленям. Отрываем от пола лопатки, группируемся здесь и дышим. 5. Локти слева от коленей. 4. Лопатки оторваны. 3. Максимально группируемся. 2. И возвращаемся. 1. Вдох. Скрутка снова. Локти снаружи, слева. Оторвите лопатки. 5. 4. Выше, выше, выше таз и лопатки. 3. 2. И 1. Молодцы. Еще один вдох. Выдох. 5. 4. Оторвите лопатки. 3. Внимание на центр живота, низ живота. 2. И отпускаем все. Раскручиваемся. И левая нога обкручивает правую ногу. Руки поднимаем вверх. И левый локоть снаружи, сверху от правого локтя. Гарудасана. Руками делаем. И заводим наши руки за голову. Угу. Стопы стоят на полу. Отлично. Теперь скрутка справа. Нам нужно локти будет поместить справа. Снова оторвать таз и оторвать лопатки. И все внимание на пупок. Приклейте пупок к позвоночнику. Почувствуйте все внутренние органы. Еще раз вытягиваем наш пресс. Вытяните сейчас живот. Вытяните оба бока. Делаем вдох. Выдох. Скрутка. Группируемся. 5. Справа. Локти справа. 4. Молодцы. 3. 2. 1. Возвращаемся. Вдох. Выдох. 5. 4. 3. 2. 1. Вдох. Выдох. Группируемся. 5. Дима. 4. 3. То, что тебя не видят подписчики, это не значит, что ты должен халявить. 2. И аккуратно возвращаемся. Вы должны были сейчас почувствовать левую сторону своего пресса. Вау. Окей, поставьте стопы на ширине таза, поднимите таз, вытяните мышцы пресса, сведите руки в замок под туловищем, под тазом. С этого, Дим, выше таз. Поднимай таз и вытягивай мышцы пресса. Руки в замок под туловищем, высвободите плечи. Угу. И расслабьте все внутренние органы, расслабьте сейчас живот. Позвольте мышцам удлиниться, вытяните шею. И представьте, что у вас между бедрами невидимый кирпич, между внутренними бедрами, которые вы зажимаете. Отлично. Еще один вдох здесь. И выдох. Возвращаемся. Окей. Итак, вытяните свои ноги, занесите их за голову, сделайте такую приятную халасану, позу плуга. И давайте толкнемся. И сядем на свой таз. То есть мы сгруппируемся, перекатимся вперед. И окажемся здесь сидящими, окей? Садимся. Ребят, садимся. Дим, давай, садимся. Вот, ага. И окей. Сейчас будет очень милое упражнение. Значит, делаем все руки вместе. Кали-мудра. Кали-мудра. Это значит все пальцы вместе, кроме указательных. Дим. Ага. Димитрополис нас поддерживает, ребят, за кадром. Если вам кажется, что вы умираете, то вспомните о Димитрополисе. Он умирает вместе с вами. Но... он не сдается. Ага. Итак, теперь мы аккуратно скругляем спину и почти что укладываем поясницу на пол, но на самом деле нет. И отрываем от пола стопы. И делаем очень простое упражнение, вот так вот, влево-вправо, влево-вправо. Колени можно держать вместе. И начинаем дышать. 1, чуть-чуть ниже, 2, Дим, ниже, 3, 4, быстро, ребят, 5, дышим, камон, не сходим с дистанции, 6, ваши кубики уже близко, 7, 8, 9, 10, делаем 15, давайте, 11, Димитрополис, давай, тяни носок, 2, молодец, 3, 4, и 5, возвращаемся, захватываем внутри колени и делаем вот так, плечи назад, прогиб, грудь вверх. Дим, вот так вот прогнись вверх. Опусти плечи. Скруглитесь. Выдох. Вдох. Разводим колени и вытягиваемся талией, центром груди. Опустите плечи, лопатки вместе. И еще разок.
Вдох, выдох. Это скругляемся, вдох. И выдох. Отлично. Продолжаем. Итак, друзья, сейчас смотрите, делаем калимудра, то же самое, все пальцы вместе, кроме указательных, и подтягиваем колени, немножко подаем назад, подтягиваем колени к подмышкам. Очень простое упражнение. Опять сократите низ живота, втяните мышцы промежности, пресс, включаем и начинаем. Один, выдох, два, такая на вас, на в динамике, три, давайте, ребят, молодцы, четыре, колени к подмышкам. 5, прямые ноги, молодцы, 6, 7, выдох, 8, 9, делаем 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, молодцы, снова ставим, захватываем свои щиколотки, открываем колени, вдох, грудь вверх. Выдыхаем. Ну, как у вас ощущения? Уже что-то почувствовали здесь? Димитрополос, ты как? Нормально. Отлично. Продолжаем. Еще чуть-чуть, ребят, еще парочку упражнений классных. Пару классных упражнений. Давайте сейчас просто сделаем скрутку, чтобы просто немножко расслабить наш пресс. Итак, сгибаем правое колено, ставим правую стопу снаружи от левого, левую пятку к правой ягодице. Просто Ардха Матхьянасана, сделаем мягкую скрутку. Правая рука вверх, удлиняемся, удлините правый бок, вытянитесь за макушкой вверх, выдох, ставим руку сзади, поднимаем левую руку и скрутка, левый локоть снаружи от правого колена, закручиваемся вправо. И почувствуйте свой живот. Кто хочет, может просунуть дырочку, в дырочку свою руку, Дим, ты не просовываешь, и захватываем руку сзади. При этом старайтесь держать плечи на одной линии, удлиняться вверх макушкой, поясницей, центром груди, и смотреть на самую крайнюю правую точку справа. Дим, вытянись макушкой вверх, шею вытяни, еще, ага, и опусти плечи, опусти плечи. Да, кто не в курсе, у нас за кадром наш главный мотиватор сегодня, это Дмитрий Петручани. Между прочим, это он инициировал эти занятия прессом. Ага. И, Дим, еще удлиняйся. Реально прям скрутись, прям почувствуй, что в колеснице скручиваешься. Вот. И реально удлиняйся. Молодцы. Еще один вдох, ребят. Выдох, контрскрутка. Все раскручиваемся, ставим руки слева и немножко приближаем себя к земле, продолжая вытягивать поясницу. И почувствуйте свой живот, как вы его тоже скручиваете, и все органы скручиваются, и мы выжимаем из них токсины, как мы выжимаем сок из апельсина. Вау, у меня получился стих. Окей, возвращаемся. Ребят, сейчас мы делаем брейк-дэнс на коврике, чтобы поменять расположение ног. Поворачиваемся влево, здесь, собственно, зеркалит камера, поворачиваемся влево. И стопы оставляем на месте, стопы никуда не уходят. Мы вот так вот руками переползаем влево, еще, ничего не меняем в ногах. И оказываемся в такой же асане, Ардха Матхьянасана, не перепутайте его с Гомукхасаной. Стопа стоит четко на полу, снаружи от правого колена. Кто потерялся? Выпрямляет правую ногу, переступает левой стопой через правое колено и правую пятку к левой ягодице. Вытягиваемся вверх, вдох, левая рука вверх, удлините бок и удлинитесь вслед за своей ладонью. С выдохом ладонь сзади, правая рука вверх, удлиняемся. Выдох, правый локоть снаружи от левого колена, скручиваемся, взгляд влево и удлиняем себя макушкой вверх. Так, что у тебя, Дим? Старайся держать подбородок параллельно, открыть левое плечо, еще. Опусти правое плечо и вытолкни себя вверх, удлиняясь вверх поясницей. Угу. Кто просовывал руку в дырочку, просовывает. Молодцы, дышите. Угу. Отлично. И еще один вдох. И выдох, возвращаемся. Окей, контрскрутка вправо, скручиваемся. Возвращаем позвонки на место, чувствуем свою поясницу, чувствуем, как закручивается живот. Ага, молодцы, возвращаемся. Окей, возвращаемся, ребят, снова садимся. Наша любимая асана, навасана, поза лодки. Дим, ты еще в форме? Супер! Ну, я знаю, что ты не уйдешь никуда. Я тянусь. Могу я уйти? Нет, не уходи! Он не должен нас покинуть, ребят, поэтому... Не будем очень долго все это делать. Итак, вытягиваем руки. Нам нужно выровнять поясницу и подать центр груди вверх, чтобы мы вот так вот не сидели. Понимаете? То есть постарайтесь реально
удлиниться и включить низ живота. Именно пресс будет держать вашу спину прямой сейчас. Подаем чуть-чуть назад. И сначала поднимаем голени параллельно полу. Кому очень трудно, может остаться здесь. Кому очень легко, может выпрямить ноги. Отлично, навасана. И дышим. Центр груди вверх. И если, ребят, вам очень тяжело, то вспоминаем старую йогическую шутку. Тяжело в навасане, легко в шавасане. Окей, и дышим. 5. Поясницу, ноги 20 сантиметров над полом. Ардханавасана, дышим. 5. Давай. 20 сантиметров над полом. Камон, приклей поясницу. 4. Поясница не отрывается. 3. 2. 1. Возвращаемся. Вдох. 5. 4. Дышите. 3. Ребят, вы огонь. 2. Прокачиваем наш пресс. Кубики уже близко. 1. Навасана артха. Лодка. И на этот раз прижмите руки к себе. Покачиваем нашу лодку. 1. 2. 3. Дим, покачивай лодку. 4. 5. 6. Покачиваем. 7. 8. И оказываемся в навасане. И раз, ух, молодцы. Опускаем стопы, и снова наше приятное упражнение. Грудь вверх, взгляд вверх, колени разведены. Удлиняем живот, мышцы пресса, бока, талию. И выдох. Окей, ребят, смотрите, теперь мы ставим пятки к себе. Вытягиваем руки вперед, да. И вы можете подать чуть-чуть назад. И наша задача... максимально втянуть промежность и оказаться здесь на носочках. Итак, уходим назад, вдох, выдох, вес вперед, и мы оказываемся на носочках. Ну-ка, так, у кого-то не получилось, да? Еще раз, вытягиваем руки вперед, скругляемся, колени разводим, ставим пятки, скругляем спину, таз все ниже и ниже и ниже, и, наконец, таз опустили. Вдох, выдох, вес вперед, молодцы. Давай, Дим, давай мне руки. Окей, поднимаем руки вверх, вдох, разводим руки в стороны, выдох, грудь вверх, угу. Удлините оба бока, удлините поясницу, вытяните мышцы с живота и пресса, выдох, руки вперед, скругляемся, ставим пятки, разводим колени, плавно садимся, отдаляемся назад и снова встаем, вес вперед на кончики пальцев, руки вверх, вдох, ну Дим. Смотри, руки в стороны, вытягиваем грудь вверх, опустите плечи, удлините оба бока, выдох, руки ко мне, разведи колени, скругли спину, поставь пятки, поставь таз, аккуратно, не падай, ставь таз, давай, ставь его, ставь, вот, не двигай ноги, отдаляемся назад, вдох, назад, выдох, вес вперед, давай. О-ля-ля, можно вот так, как мы с Петручани, взять партнера. Давайте, ребят, еще разок. Это супер упражнение. Итак, руки вверх, вдох. В стороны, выдох, грудь вверх. Скругляемся. Разводим колени, кладем медленно таз. Подаем назад, вдох. Садимся. Подаем назад. Вдох. Выдох, вес вперед. И еще раз вверх. В стороны. Фух. Окей, молодцы. Все. Ставим руки перед собой. И аккуратненько отшагиваем в планку, ребят. Ху-ху-ху. Ну что, давайте еще 5 минут упражнений. Я смотрю, что у нас здесь происходит. Сейчас можете колени поставить на пол. Так, Ирма, давай, слушай, ты на диване, да? Камон, давай на коврик, быстро, это как раз для тебя все упражнения. Окей, жаришка в эфире. Ребят, планка, Дим, планка. Итак, сначала встаньте на колени, чтобы отстроить свою планку. Смотрим, ладони четко над плечами, то есть плечо под плечами, плечо, запястье, локоть совмещены.
Понятно? Это очень важно. Все пальчики расставлены. Пальцы у вас вот такие, они растопыренные. Большие пальцы на одной линии, средний палец тоже параллельно длинному краю коврика. Колени на ширине таза. Удлиняемся макушкой вперед. Убираемся стопами в пол и выпрямляем аккуратно наши ноги. Сначала отшагните одной ногой, потом другой. Дальше. Хвост в себя, втягиваем таз. Промежность. Втяните сильные ягодицы. Представьте, что вы сейчас будете зажимать кирпич между ягодиц. Вам не нужно ягодицы должны быть сомкнуты, они сильные. Молодцы, дышим. 5, 4. Продавливаем коврик руками, ребят. 3. Втяните живот, втяните промежность. Пятки толкаем в одну сторону, макушки в другую. Сильные квадрицепс. 3, 2. Молодцы. И на счет 1 аккуратно опускаем колени, баласана, и садимся на пятки, выдыхаем. Ладони приклеены к полу, круглая спина, волна вперед, вдох. Выдох, опускаем грудь, подбородок перед ладонями. Локти прижимаем к себе, грудь опускаем на пол. Так, вытягиваем носочки, подворачиваем хвост, ложимся на пол. Кобра, кобра, Дима, кобра. Кобра очкастая. Итак, приклеиваем носочки к полу. Вытяни носки. Дим, стой. Вытяни носки. Вытяни носки. Оторви колени. То есть, нет. Вытяни носки. Во. Включите внутренние бедра. Включите ягодицы. Уводим ладони под локти. Уведи ладони под локти. 90 в локтях. Еще. Сожми локти сзади. Сожми лопатки сзади. Начните толкать таз в пол, удлинять талию. Со вдохом приподнимаем грудь и отрываем ладони от пола. Плечи назад, под подбородком грейпфрут. Мизинчики стоп приклеены к полу, колени оторваны. Сильные внутренние бедра, сильные ноги, дышим. 5. Чуть выше приподнимайся, Дим. 4. Руки чуть дальше. Во. 3. Сильная спина. Молодцы. 2. Выше ладони. Приподнимаемся как можно выше. 1. Вдох. Еще выше. И приклеиваемся обратно. Смотрим на свою грудь. Упираемся стопами в пол. Толкаем таз назад. Удлиняем оба бока. Баласана. Поза ребенка. Таз на пятки. Выдох. Молодцы. Волна вперед. Вдох. И отрываем от пола колени сразу. Планка. Выдох. Окей. Остаемся в планке, ребят. Поднимаем правую ногу. И... правое колено к левому и правому трицепсу. Вдох, вытягиваемся, выдох. Левый, правый, вдох. Левый, правый, выдох. Вдох. Левый, правый, вдох. Левый, правый. Отшаг. Молодцы. Внимание, переходим на правую сторону. Правая рука на полу, четко под плечом. Боковая планка справа. Если очень сложно, можете сделать планку с поддержкой. То есть шагнуть левой стопой посередине коврика. Отдаляем плечи друг от друга, включая внутренние бедра, выше таз, дышим. 5, 4, ребят, камон. Это утренняя йога, прокачка пресса. 3. Два. И 1. Внимание. Берем локоть, колено кладем. 1, 2, 3. 4, 5. Молодцы. Возвращаемся в планку, ставим колени, баласана, выдыхаем. Освободите плечи. И расслабьте все. Почувствуйте, как голова, как ваш заземленный лоб сообщает вам спокойствие. Земли. Сейчас прямо все обнулите, все напряжение, глубокий вдох. И открываем рот, выдох. Молодцы, ребят. Еще чуть-чуть. Приклеиваем ладони к полу. Коленом. Вдох, выдох, правый, левый, вдох, правый, левый,
вдох, правый, левый, вдох, правый, левый, вдох, правый, левый. Молодцы. Планка на левой стороне. Левая ладонь на полу, левая стопа на полу, либо планка с поддержкой. Дышим 5. Сократите промежность, включите пресс. 4. 3. 2. 1. И колено к локтю. 1. 2. 3. 4. 5. Молодцы. Возвращаемся в планку. Опускаем колени, грудь, подбородок. Аштанга намаскара. Уводим плечи назад. Вдох. Собака мордой вверх. Выныриваем в удлиняя живот. И выдох. Баласана. Садимся на пятки. Выдыхаем. Дим, ты как? Нормально. Димитропулос, огонь. Давай. Не сдавайся. Все, уже надо. Так. Дима говорит, что нам надо заканчивать. В тренингах. Давайте окажемся сейчас в собаке мордой вниз. В собаке мордой вниз. Проверьте симметрию ладони. Последнее упражнение, Дим, на ширине таза. Ага. Молодцы. И все очень просто. Сейчас, короче, вы пока постойте в собаке, ладно? Сейчас. Ладно, не будем усложнять. Со следующим вдохом правая стопа флекс на себя. И поднимаем правую ногу вверх. Угу. Вдох. Выдох, правое колено к левому трицепсу. Дотроньтесь до левого трицепса. Четко дотроньтесь до него. Дим, ты не дотронулся до левого трицепса. Дотронься. Вот. Вдох, нога назад. Выдох, колено к правому трицепсу. Дотрагиваемся до трицепса, сокращаем мышцы промежности, втяните промежность и живот. Вдох, нога назад. Выдох, колено к левому трицепсу. Дотроньтесь до него, молодцы. Вдох, нога назад. Колено к правому трицепсу. Втягиваем промежность, сильно приподнимаемся на носочки и скругляем спину. Вдох, нога назад, бедра закрыты. Выдох, колено к левому. Дотрагиваемся, колено к левому трицепсу. Вдох, нога назад. И к правому. Угу. Последний раз. Вдох, нога назад. И внимание! Колено к левому трицепсу. Дотрагиваемся до трицепса, замираем здесь. Ставим левую стопу на пол, вытягиваем правую ногу к левому ладони. Скользим вперед. Правая рука на полу, открываемся. Упавший треугольник. Дышим. 3. Вытягиваем живот, растягиваем мышцы пресса, которые напряглись. 2. 1, возвращаемся, перекручиваем левую стопу на внешний край, поднимаем правое колено вверх, левая рука на полу, правая оторвалась, призгибаем чуть-чуть левое колено, удлиняем бок, отшагиваем сзади правой стопой, дикая штучка, и дышим. 3, откройте, это очень важно, чтобы растянуть мышцы пресса, Дим, это реально важно. 2, и на счет 1 возвращаемся в собаку, очень грациозно. Молодцы, вдох, скругляемся, волна вперед, круглая спина. Выдох, колени, грудь, подбородок или чатуранга. Опускаемся. Собака вверх, выныриваем, вдох. Собака вниз. Выдох, молодцы, ребят, последняя нога. И левая нога вверх, вдох. Удлиняемся во всех направлениях, растопырьте пальчики стопы, бедра симметрично, плечами и боками удлиняем себя. Выдох, приподнимитесь на носке, левое колено к правому трицепсу. Замираем здесь на 1 секунду и сокращаем низ живота, втягиваем промежность. Вдох, нога вверх, Дим, давай. Выдох, колено к левому трицепсу, это левая нога. Дотрагиваемся, вдох, ребят, давайте еще чуть-чуть, это последний подход, вдох. Колено к правому трицепсу. Вдох, нога вверх. Колено к левому трицепсу. Прямо реально вот перенесите вес вперед. Плечи выведите за линию запястья и сократите живот, низ живота. Вдох. Колено к правому. Вдох. Колено к левому. Последний раз. И теперь вдох, колено, нога вверх. Выдох, колено к правому. Остаемся здесь.
ставим стопу на пол, вытягиваем левую ногу, скользим ребром стопы вперед, отрываем правую руку от пола, упавший треугольник. Обе ноги прямые, бедра смотрят вверх, грудь вверх. Удлиняем живот, талию, дышим. Два. Один. Возвращаем ладонь четко на место. В правый угол коврика. Перекручиваемся, колено к голове. Перекручиваемся на внешний край правой стопы. Поднимаем левое колено. Плавный отшаг назад. Дикая штучка. И выпрямляем правую ногу. Левая пятка оторвана от пола. Откройте грудь. Дышим. Три. Два. И на счет один аккуратно возвращаемся обратно. Толкаем пятки вперед. Чатуранга. Выдох. Прижимаем к себе локти, втягиваем промежность, таз в себя, собака вверх, плечи назад, вдох. И кладем колени на пол. Выдыхаем, балансуем. И расслабляем все. Закройте глаза. Земляк. И аккуратно, ребят, сейчас... вернитесь и переползите на спину. Лягте на спину. Лягте на спину. Угу. И давайте сделаем. Кстати говоря, ладно. Короче говоря, ребят, нам сейчас нужно приподняться, поставить локти на пол, чтобы свой живот немножко вытянуть. Представьте, что вы на пляже в Крыму на йога-туре у Анико. Или в Грузии на йога-туре на пляже. Вот, и центр груди подайте вверх. И теперь начните локтями и руками ползти чуть-чуть ближе к пяткам, то есть вперед ползти. И грудь толкать вверх. Толкайте, толкайте ее вверх, уводите в прогиб. Ставим голову на пол. Дима, это должен сделать обязательно, это поза рыбы. Потому что здесь мы сейчас вытянем живот, мы вытянем пресс, который сокращался. Локти на полу, носочки вытянуты. Грудь вверх, удлиняем талию. Открываем грудную клетку. Локти у нас где-то на линии с бедрами. И почувствуйте, как вы удлиняете свой живот. И дышим. Пять. Тяни носки. Упрись локтями ближе к ягодицам. Нет, ниже локти. Вот. Приподнимись. На голову встань. Приподними грудь. Вот. Четыре. Еще голову поставь на пол. И прямо прогиб поясницы, грудь вверх. Во. Молодец. Тянись. Три. Тяни носки. Я там сделала петручане, аджастментс. Два. И на счет один отпускаем груди, расслабить поясницу. Расслабить поясницу. И просто здесь, я тебя не показываю, Дим. Шутка. Ля-ля-ля. Он был там. И просто расслабиться, ребят, и остаться в шавасане столько, сколько вы хотите. Все, ты можешь релакснуть в шавасане, Дим. Вот. Или если вы наоборот почувствовали, что эта практика вам дала сейчас много-много сил, и вы вообще суперактивны, то можете продолжать сейчас заниматься в своем ритме. Как Дима спрашивает? Дим, ты как? Нормально. Было хорошо? Жарко. Было жарко, он говорит. Ладно, ребят, спасибо всем огромное. Можете остаться в шавасане, можете дальше начать заниматься уже в своем. Я вообще всех дико благодарю, это очень классно. И вуаля! Если кто-то хочет еще поехать на тур в Крым, есть одно место, в нем это один номер трехместный, и там можно поехать с мужем и с ребенком. Вот, такую парочку возьму, йога-парочку возьму. Уже вижу. Сейчас офигенский финал. Прямо это будет очень приятно и очень полезно. Вы можете сесть в удобную асану и сделать удияну. Как это делается? Мы удлиняемся вверх, делаем вдох, выдох. Еще раз вдох, поднимаемся вверх.
И выдох, наклоняемся вниз, сдуваем весь воздух, так же, как мы вначале делали живот, грудь, вот грудная клетка. Затем выпрямляем руки, корпус, расширяем ребра, и на задержке дыхания живот втягивается. Отпускаем живот, затем вдох. И выдох. Супер. Угу. Давайте еще разок. Значит, ребят, главное это расширять нижние ребра. Если вы реально вот прямо почувствуете, что вы расширяете нижние ребра, у вас очень классно получится Удьяна Бандха, прямо очень эффективно. И когда вы делаете Удьяну, давайте сейчас добавим Мула Бандху и Джаландхара Бандху. То есть вы втянете живот и втянете мышцы промежности и ануса в себя, как будто вы хотите остановить струю, когда вы писаете. И подбородок опустим к груди и сделаем все три замка. Трая Бандха, Маха Бандха, королевский замок, прямо глобальный. Угу. Давайте еще один раз. Вдох, вверх. Выдох, наклон вниз, сдуваем весь воздух. Максимально, ребят. Задержка. Расширяем ребра, втягиваем живот. Отпускаем живот, вдох. И в вашем ритме сделайте третий раз, в вашем ритме, в вашем собственном ритме, абсолютно. Так, как вам комфортно. Намасте. Спасибо. Всем приятного дня. И ставьте реакции на мои сторис, ребят. Потому что если вы хотите, чтобы мои прямые эфиры, мои сторисы у вас показывались всегда в актуальном, ну, то есть всегда на первом месте, то нужно реагировать на сторис, короче говоря, писать что-то или просто ставить сердечки, реакции там. В общем, все, что хотите. Спасибо, ребят. Как ваш пресс? Напишите, как ваш пресс? Спасибо вам за комменты, да, спасибо. Вау. Похоже, что нормальный ваш пресс, да? Я рада очень. Все, благодарю. Мы побежали дальше. Спасибо за комплименты, за добрые слова и за то, что вы были в этом эфире. Вы молодцы, на самом деле. Молодцы, что вы нашли время, мотивацию, силы. Еще, хотят еще. Ну, еще сделаем тоже скоро. Еще сделаем скоро. И давайте, короче, пишите прям реально активно, реагируйте на мои сторисы. И тогда сделаем еще тренировочку на пресс. Все, спасибо, милые, вы очень хорошие. Прокачка, чувствую мышцы, отлично. Ну все, супер. Завтра, кстати, будут вообще классные ощущения у вас в прессе. Когда вы делаете Удьяну, кстати, полезно делать массаж тоже. Массаж просто вот так вот пальцами, типа там кишечники, внутренние майки. Что это? Это микрофон, ребят. Это микрофон. Хорошего дня тебе. И Петручанин, спасибо. Петручанин молодец, он уже в душе. Все, ребят, я побежала тоже. Всем пока-пока. Спасибо, вы лучшие. Пока. Хорошего дня.